Привет. Вот я начистила картошку, положила туда лук и 4 листика лавового листа. Это для улучшения вкуса. И пюре у нас будет к соломонам. Вот еще для картошки я закипячиваю молоко. Это такой ингредиент, который уже много лет ложу и очень делает вкусным пюре. И молоко должно закипеть и быть горячим, иначе, может, вы не знали, если холодное молоко добавить в пюре, во-первых, не так долго хранится, во-вторых, темное будет Я пюре. слила воду из картошки, и я немножко воды оставляю всегда, потому что мы любим пюре, чтобы было такое жидковатое, ну, как сметана густая. Я всегда оставляю воду на всякий случай, если не Картошку хватит я нам. толку вручную, потому что я имела неосторожность блендером ее перебить, и она получилась как клейстер. Ну, на вкус была хорошая, так как клейстер. Вот. И еще хотела вам сказать, что молоко, масло я уже положила, молоко я не наливаю сразу все, я лью по частям, частями молоко. Потом взбалтываю хорошо. Потом хорошенько перебиваю. А только потом Так, еще пюре добавляю. готово. Очень получилось вот какое. Вкусное. Я уже попробовала. Вода мне не понадобилась в картошке. Достаточно молока. Мне еще нравится, почему молоко использовать. Вот картошка сама по себе у меня получилась солоноватая. Но когда я положила масло, добавила молока, то вкус стал очень классный. Приятного аппетита! Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь и Вот ставьте я лайки. еще сделала так, и, конечно, это сделано для видео. На картошку я положила кусочек масла, и вот оно прямо так тает. Тает красиво.